1 сентября – день знаний. 1 сентября – день осени. Первый день осени. Вчера уже было лето, нам сказала до свидания. Но ей говорит и показывает турбаза Приморск. И я приветствую всех, кто меня знает, и всех, кто меня видит впервые. И с вами ваш Орешка Продакшн. И передаю вам морской летний привет. Эдуард Карпенко только что связался со мной. Я уже, честно говоря, немного отдохнул, прилег. Но мои подписчики, которых я не видел первый раз, мне пишут и желают встретиться. Я не отказываю. Такой удивительный проект. Вот у калитки к каштану. Каштану. Эдуард Карпенко, интересно, как выглядит, да, из какого города. Я что-то думаю, Киев, да. Ну и вот такой сегодня орешек. Всех приветствую, дорогие. Давайте познакомимся, кто видит меня первый раз. Загарчик есть. Уже волосы покрасил, как мне в Виннице говорят. Ты что, красишь волосы? Да нет, это все выгорается. Вода, солнце. Это действует на волосяной покров орешка. Ну и мы на турбазе. На турбазе Эдуард Карпенко. Интересно, встреча. Обязательно пообщаемся. Обязательно интервью. Эдуард, так что это все уже святое. Это в наших правилах уже. Также 1 сентября сегодня. Первый день осени. На 18.15 мы договорились. Но я вышел уже 18.10. И спешу на встречу. Вижу парня в кепочке, да, в рубашке. Так что не переживайте, все будет хорошо. Конечно, мне самому очень интересно, когда подписчики выходят на прямую связь. И также вот общаются красиво, интересно, на море. Это здорово. Такие знакомства у нас получаются прикольные. Правда? Так что, так, где Эдуард? Что-то я не вижу. Есть, вижу. Идите сюда, класс. Эдуард, вижу вас, Карпенко и Орешка Продакшн с вами. Прикольно получается, да, у нас? Здравствуйте. Физкульт, привет. Здорово, здорово. Ну, какой вы крепкий, спортсмены, да? Да какой спортсмен? Нет. Слушай. Ну, сейчас, пару слов. Очень приятно, интересно и оригинально у нас получается, не правда ли? Согласен. Вы из какого города? Из Киева. Из Киева. Вы тут отдыхали первый раз или уже были? Ну, конечно же, не первый. Не первый раз? Далеко. Где вы отдыхаете? В частном секторе? Сейчас покажу, пойдем. Хорошо. Так, ну, вы знаете, что традиции Орешка, они новые, они в этом году особенно. Очень важно, что у нас прямая связь с вами, вот моими подписчиками дорогими. Я знаю, это очень круто. Вы это место любите, правда? И смотрите видео Орешка, правда? Люблю это место. Так, смотрите, это фирменный знак турбазы Приморск. Это для вас. Круто. Это уже, видите, сходу так. Ну, 100 баксов вам не помешает, правда? Конечно же нет. 100 баксов. Только прямой эфир, видите, только прямой эфир. И это будет прикольно и интересно. Пожалуйста. Хрустят. Сколько вы уже здесь дней? И сколько планируете? Они фальшивые. Да? Как? Они фальшивые. Неужели? Блин, неужели? Ты другим настоящие баксы давал. Да. Где мои деньги? Алло, что ты мне впариваешь? Верните наши гроши. Ты не впариваешь. Баксы давай. Что ты мне? Блин, ну попал. Такого никогда еще не было. Надо же. Ладно. Хорошо, я вам в обменном пункте сейчас поменяем. Колю сходим, Колю, знаете, там весь обмен. Сходим, да. Пусть попробует не поменять только. Ну, с днем осени вас, с 1 сентября сегодня. В школу сегодня не идем? Пойдем. Очки так отражаются у вас классно. Но вы уже были здесь, да? Отдыхали уже здесь? Да, конечно, был. Да? Ну, классное место, правда, Эдуард? Здорово получается у нас. Так, ну здесь у нас находится... Турбаза Приморск, не забывайте. Так, ну прогуляемся, да, наверное, выйдем к морю. Ну сейчас мы решим. Прогуляемся, или где-то вы здесь живете рядом, да. Но это официальная была часть, да, официальная часть. Очень приятно, что вы смотрите, я вас приветствую. И пусть это будут традиции, да, кто находится в курортном сегодня, сейчас, давайте пишите, звоните, номер я открыто всем говорю, правильно же? Поэтому это все у нас прозрачно, прозоро. Приходите, звоните, я здесь еще чуть-чуть, пару дней еще буду, возможно и больше. Но когда такие прекрасные люди здесь,
рядом это с двором. Вот такая у нас встреча. Здесь именно на главной аллее Набережная. Это улица Набережная у нас. Улица Набережная в Курортном. Ну, официальная часть. Закрыта. Да. Всем хорошего настроения, классного морского. С днем знаний, с днем осени и с прекрасным морским настроением. Ну, еще пару слов, может быть, что-нибудь. Закрываю. Пожелание. Закрываю. Давайте, дорогие, все, всего хорошего. До новых встреч. До побачення. Чао, какао.